Всем привет, с вами Коко. Сегодня у нас битва между болтливым наемником и Дэдпулом и живой легендой Второй мировой войны Капитан Америка. Кто окажется сильнее? Начинаем. Начнем с Капитана Америка. Итак, Капитан Америка. Настоящее имя Стив Роджерс. Капитан Америка, как я уже говорила, это живая легенда Второй мировой войны. Из оружия он имеет щит из вибраниума. Также он очень хорошо умеет драться. Он очень ловкий. Наравне драться с Черной Пантерой, с Железным Человеком, Воителем, с Человеком-пауком, с Зимним Солдатом и многим еще с кем. Также у Капитана Америки есть довольно прочный костюм. И большая прочность из-за щита. Также он очень ловкий и быстрый. Ну, мы приходим к Дэдпулу. Дэдпул – болтливый наемник из фильма «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Дэдпул по внешне очень напоминает Человека-паука. Ну, отличие от него, у него нет паутин. Зато у него есть пистолеты и катаны. Также Дэдпул очень ловкий акробат, очень хорошо дерется и он очень ловкий. Сегодня у него соперник Капитан Америка. И в отличие от него, у него есть регенерация. Если Дэдпул оторвает руки или ноги, он рано или поздно срегенерирует. Он бессмертный. Помните, как в Дэдпуле 2 Джаггернаут разорвал его, и через пару часов у него ноги сразу срослись. Итак, кто же окажется сильнее? Капитан Америка может кинуть в Дэдпула щит. Ну, не знаю, это как-то подействует на него. Дэдпул же бессмертный. Ну, или этим же щитом ему срубить голову. А Дэдпул должен катанами или пистолетами атаковать Капитан Америка. Но Капитан Америка может защититься щитом. Дэдпул должен отнять сначала у него щит и потом уже разобраться с ним. Однако приближаться к Капитану Америке довольно опасно, ведь Кэп может выстрелить в него щит и оторвать голову. Но Дэдпул рано или поздно срегенерирует. Капитан Америка может убить Дэдпула, но на время. Дэдпул срегенерирует и продолжит битву. Но через пару часов. Но кто победит в этом бою, решать, как всегда, тебе. Кто окажется сильнее, болтливый наемник или живая легенда Второй мировой войны. На сегодня это все. Всем удачи и всем пока!